Так, ну что, все у нас на месте. Проволоку вкрутил. Стол я не регулировал. Будем регулировать его потом листиком. А сейчас первое включение. Светится. Вентилятор нижний работает. Остальное все молчит, так как нету пока ничего. Что мы, значит, можем сделать? Так, температуру показывают одинаковые, что стол, что сопло. Значит, датчики нормальные. Так, ну что, настройки. Настройки. Поехали домой. Очень тихий, очень. Так, сейчас будем настраивать уровень стола. Значит, берем бумажку. Идем в настройки принтера, Tools, Level, и все. И у нас вот все точки здесь показаны. Центральная, первая, вторая, третья, четвертая и центр. Ну, короче, first, second, try, не знаю, короче, ладно. Английский не мой язык. Первая точка. Вот он приезжает на первую точку сейчас. Вот она. И мы настраиваем его, чтобы листочек ходил, проходил, но немножко, еле-еле, такой с потертостью, вот, с жесткостью чуть-чуть. Все, поехали. Вторая точка. То же самое. Третья. Вставляем. Вот, жестенько. Так, четвертая. Все, четвертая точка. И центральная. Теперь смотрим. Ну вот центральная, как многие говорят, чуть-чуть хреновастенько. Поэтому мы сейчас сделаем еще раз все точки, сделаем их капельку пожестче. Ну что, вот и все. Все сделали. Берем из комплекта поставки флешку. Флешка 1 гигабайт. Оригинальная. Тыкнули. Ждем, пока нагреется стол. Зеленый, синий. Ну, вот такая вот пускай светится. Чтобы было видно первые слои. Все, все нагрелось. Буквально какие-то секунды. Да, он теплый. Ну что? Принт. С флешки. Кубик. Печатать модель. G-код. Да. А, вот сейчас он температуру он предложил, значит, 220 на сопло и 80 на стол. Ждем, когда сейчас догреется, а пока мы можем выдавить немножко. Ага, все, пластика. Пластик выдавился. Так, ну что, поехал. Ух ты! Ага. Решил
Пластик нагреть на 230. Нагрел. Поехал. Ух ты, какой шустрый. Делает подложку, юбку. И внешнюю, и внутреннюю. Здесь у нас аж светомузыка. Так. Кстати, с подсветкой очень удобно. Так, ну начинает центр заливать. Ну все, смотрим, значит, что сейчас будет получаться, и тогда будем смотреть, надо ли что-то менять или нет. На стоковых, значит, своих характеристиках носится как бешеный. И вот что у нас получается пока что. Стеночки, я смотрю, все ровненькие, все идет. Так что ждем, когда все доделается. Тут светомузыка. Вот и закончилась первая печать, 100%, температура начала падать, и вот такой у нас получился кубик. Вот про этот реально принтер можно сказать, то что он печатает из коробки. Ну все, дальнейшие, значит, его улучшения, настройки, работа с программой, это уже смотрите в следующем видео. Ну все, спасибо за просмотр, всем пока.